Всем привет! Сегодня вот опять приехал на Дон. Это противоположный берег того места, где я был в прошлый раз. Был я, получается, где-то, может, километров 5 вниз по течению. Но решил подняться повыше. Тут и, так сказать, людей поменьше. Вот такое вот место выбрал. Тут и мостушка, тут, в общем, все. Там наверху лагерь, палатку поставил. Забросил, получается, пока одну донку. Фидер. Сейчас пока пробую все на кукурузу. Из прикормки у меня получается в основном, ну, точнее, в основном, а сыпуха. Это Дунаев. Одна такая. И одна вот такая. И еще Дунаев получается вот такие вот гранула. Вот, пока все расставлял. Попалась у меня уже одна платвичка на донку, вот эта вот платва довольно-таки хорошая. Платва не маленькая. Сейчас для сравнения покажу мою ладошку. Вот. Вот такая платвичка. Ну все, сейчас будем дальше уже основательно кормиться. Сейчас я еще немного на фидер подвыберу мавточку другую. Что-то я, кажется, за точкой немного ошибся. Вот, и будем, как говорится, уже основательно кормиться и пробовать дальше ловить. По наживке у нас сегодня опарыш, червь. Ну, червь, кстати, мне продали, блин, плохой, потому что он, блин, пропал. Не знаю, может быть, накопаю земляного. Вроде берега такие сырые довольно-таки. Может быть, и есть червь. Вот, ну посмотрим сейчас по ходу. Потом еще есть мотыль, опарыш, кукуруза. Ну что, погнали, все, дальше ловить, закармливаться. Что-то попалось. Мелкий подуст. Клёвый твой. Не, нифига. Ракушка. Неплохой даже. О, что это у нас? Я не знаю, что это рыба. Тихо, тихо, тихо. Морду я задрало, так заберу. Я перебрался на другое место. Там просто очень сильно мелко. Здесь уже глубина поглубже. Уже есть поклевки. Просто там замучил клевать мелочь. Вот такие вот небольшие пескарики. И больше ничего в прилове вообще не было. Поэтому вот решил и перебрался сюда вот. Сейчас вот поймал уже тут платвичку одну. Потом поймал непонятную рыбу какую. Я не знаю, что это за рыба, если честно. Вот, она себе губу раздрала, я ее оставил. Вот, ну сейчас будем, короче, кормиться и пробовать дальше ловить. Ух, что-то там давит. Что-то там, блин. Ах, сошла. Сошел.
Что-то на червя пощипывает. Ничего нет. Угу. Платишка. Ой, блин. Короче, один макушатник. Была сейчас вроде поклевка как. Ну, вроде да. Вроде по в течение что-то тащит даже. Опять. Опять маленький пескарик. Что-то хорошее. Вроде как. Ну-ка, ну-ка. Ух, ух. Ну не хорошая, но густерка. Хоть. Вроде. Да. Первая моя густерка здесь. Да, желтые плавники густера. О. На червя поставил его сразу. Оба. Что-то есть. Ух, ух. Что-то аж давит. Блин. Траву завело. О, окунёк. Я думаю, что так там давит. Блин, захватил гад. Конечно, глубоко. Придется забирать. Что-то есть вроде. Ой, блин. Отащил-то так. Что-то походу сидит. Есть. Повело. О. Ну червя тонкая штука поклевывает. Что-то опять попалось.
Снова окул. Сейчас проверим. Тут кукуруза стояла. Костер покушать, вообще лепота. Всему-то доброе. На улице 4:15. Сейчас проснулся, буду рыбачить дальше, пробовать что-нибудь поймать. Тащит какую-то грязь. Ну ничего страшного, будем пробовать ловить сейчас. Вон летит цапля. Была поклевка, поставил опарыша. Вон, на глубине у клея. Жуть. Полз хороший. Ух, блин, ни хрена себе плотвичка. Обрыв. Охренеть. Плотва. Блин, ну первая, конечно, сошла вообще нормально. Зачетная, конечно, сошла. Хороший даже. Ух, плотва хорошая. Ну. Тихо. Ну, еще одна такая хорошая плотвичка.